Привет, дорогие любители велоспорта. После непродолжительного, вернее, очень даже продолжительного перерыва решил снять какое-то видео. Вон едут машины. Погода внезапно стала паршивой, в принципе, такой же, как и по всей Европе. Пасмурно, сыро, но тепло, довольно тепло, поэтому, в принципе, езжу без рукавов, без руконогогревок. Ну, в принципе, нормально. Стал прямо рядом с лужей, поэтому звук шипящий. Вот, ну не знаю. Сейчас посмотрим. Я хочу, кстати, показать мой велик. Сейчас. Мой велик для плохих дорог. Для плохих дорог. Ну, наверное, сейчас я покажу для каких примерно. Ну, не для плохих дорог, для плохой погоды. А когда у нас плохая погода, то и дороги, соответственно, тоже очень плохие. Ну вот она, моя старушка, моя Мерида, подготовленная для плохой погоды. Единственное, что здесь не для плохой погоды, у меня нету здесь крыльев, матгарды, так называемые. То есть я езжу без них. Вот, но в принципе, меня вполне спасает S-Saver. Вот. О, S-Saver. В принципе, шведы молодцы. Я хочу сказать, что отличная задумка. Не портится совершенно внешний вид. Вот. В принципе, вот так вот выглядит велик. Как бы все замечательно. Вот я поменял тормоза. Вот на вот такие вот. Вы не представляете, насколько же лучше он стал тормозить. Просто, просто кардинально. Так вот, классическая система, гарминовский компьютер, сам гармин, вынос для камеры, ну и 40, конечно, куда без нее. Датарскины показывают себя замечательно, вообще просто супер, супер покрышки, рекомендую. Вот. Ну а погода вот такая вот. Вот так вот. Вот поэтому мы едем. Не хочу портить свой карбон, свой Giant. Ну как портить? Не хочу его возить по такой дороге. Вот. Поэтому езжу на Мериде. Ну и мне в принципе нравится. Ну ладно, на этом все. Краткое включение из Нижнего Новгорода. Катайтесь на здоровье!